Убил и спрятал тело в лесу. 45-летнего жителя Петушинского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в следкоме. По данным следствия, убийство произошло в сентябре этого года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения приехал в гости к приятельнице и встретил там своего знакомого, с которым у него давно сложились неприязненные отношения. Начался конфликт. Фигурант пустил в ход кулаки и избил потерпевшего. В какой-то момент мужчины решили примириться и направились домой к обвиняемому, чтобы вместе выпить. Ночью потерпевшему стало плохо. Утром обвиняемый обнаружил, что мужчина умер. В целях сокрытия совершенного преступления фигурант поместил тело в мешок и спрятал в лесу, а знакомый потерпевшего сказал, что тот уехал. Однако женщина не поверила и вызвала сотрудников правоохранительных органов, которым обвиняемый признался в совершении преступления и показал, где спрятал тело. Фигуранта заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изъяли вещественные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.